обработки неисправности немедленно явиться в сектор С. Почему они не послушали? Я пытался предупредить их. Я никогда не думал, что увижу каскадный резонанс, не говоря уже о том, что создам его. Во имя кота Шрёдингера. Он живой. Гордон, хвала Господу за этот костюм. Телефоны не работают. Не могу связаться ни с кем в комплексе. Выбирайся на поверхность и сообщи кому-нибудь о том, что здесь произошло. Неизвестно еще, какие опасности нас ожидают. О боже, что же мы наделали? Удивительно, вы только на это гляньте. Нельзя терять время. Тебе понадобится моя помощь. Уверен, остальные ученые тебе помогут. И бога ради, не снимай костюм, пока не выберешься. Слышишь? Черт, как я рад тебя видеть!
Что это вообще за твари, блин? И почему они в халатах ученых? Ждем вас. Я останусь тут и поищу кого-нибудь, кому нужна помощь. Следующий. Хорошо, я готов. Целься в голову. Минус один, и черт его знает, сколько их там. Как думаешь, нас ждет холодное пиво, когда все это кончится? Господи, это место в ужасном состоянии. Простите. Эта хрень будто из фантастического фильма. Штуки как зомби. Как тебе это нравится? Ну что ж, ты хотя бы попытался. И кого же мы ждем? Называй это догадками, но нам тоже надо понимать.
Все, с меня хватит. Сдохни, сдохни. Да, да. Энерг 65%. Энерг 80%.
Подожди, я не могу. О, слава богу. Слушай, я знаю, где можно достать оружие. Тут недалеко есть пост охраны. Возьми меня с собой, я открою тебе дверь. Хорошо, я готов. Безопасное место. Ну, относительно. По сравнению с другими. Здесь то самое оружие, о котором я говорил. Господи, что же мы наделали?
Гордон, это ты? Это безопасно? О боже, кажется, я обделался. Проходи, Фримен. У меня есть дела поважнее.
небольшой разрыв обшивки.